بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته дорогие наши зрители воздадим хвалу всемогущему Создателю Господу и властелину всего сущего тому который сотворил нас и одарил нас несчетными благами. Аллах сказал: «Валлаху джаля лакум мин анфусикум азваджа, ва джаля лакум мин азваджикум банина, ва хафада ва разакакум мин ат-тайибат, афа бильбатили юминуна, ва биниамати ллахи хум якфурун». Аллах сделал для вас жен из вас самих, и произвел для вас от жен ваших детей и внуков, и наделил вас благами, неужели же они веруют в ложь и поклоняются ложным богам и не веруют в милости Аллаха? Они поклоняются помимо Аллаха тому, что не владеет и не может владеть для них никакими средствами, никаким уделом на небесах и на земле. Воистину, все милости, которые мы имеем, все благое, что нам даровано, все это от Аллаха. Но многие ли помнят об этом? Всевышний Аллах говорит: «Вама бикум мин ниъматин фа мин Аллах, сумма иза массакум ад-дурру фа илейхи таджъарун». И что есть у вас из даров, то от Аллаха, а когда постигает вас беда, тогда именно к Нему вы обращаетесь с громкими мольбами о помощи. Да, многие люди, к великому сожалению, вспоминают Аллаха лишь когда им плохо. Они пренебрегают своим Создателем. Они не считают нужным поклоняться Ему и жить в соответствии с Его установлениями. Или же вообще они поклоняются и молятся помимо Аллаха чему-то другому – солнцу, луне, звездам, святым, ангелам, огню, идолам, изображениям и так далее. Когда же им становится по-настоящему плохо, тогда они взывают к Аллаху, вспоминают Создателя и громко зовут Его на помощь. Когда же Аллах по милости Своей спасает этих людей и избавляет от зла – они вновь отворачиваются от Него и вновь погружаются в грехи, в неверие, в многобожие, в беспечность. Воистину, все, что есть у тебя из благ, даровано тебе Аллахом. И даже если что-то хорошее приходит к тебе со стороны людей, знай, что эти люди всего лишь проводники, через которых доходят дары Создателя. Это Он, Аллах, посылает тебе эту помощь. А люди, через которых пришло от Аллаха добро, это всего лишь причины, проводники и не более того. Скажи им спасибо, поблагодари их, но помни, что истинный податель благ – это Аллах. Если бы Он не захотел, то никто из людей не смог бы тебе ничем помочь. Даже если все люди собрались бы, чтобы принести тебе пользу, они не смогли бы этого сделать без соизволения Всевышнего. Поэтому надлежит всегда помнить о том, кто на самом деле распоряжается всеми благами. Кого нужно благодарить сердцем и языком, и на кого надлежит уповать и полагаться. Как же часто люди получают от Аллаха дары и помощь, но не понимают или же забывают, что эти дары и помощь пришли от Аллаха. Они приписывают эти милости всевозможным творениям и внешним причинам. Таким образом, они отвергают то, что только Аллах один и есть Господь, владеющий всем безгранично и одаривающий милостями. Одаривающий милостями кого пожелает, и они не благодарят Аллаха. То есть этот великий вид поклонения, благодарность, ашукр, они направляют к кому-то, но не к Господу. Аллах говорит: «Ярифуна ниамат Аллахи, сумма юнкерунага». Они знают милости Аллаха, а затем отрицают их. Бывает, что Аллах одаривает человека имуществом, а он, вместо того, чтобы благодарить Аллаха за это, забывает о нем.
А когда ему напоминают о том, кто одарил его, он высокомерно говорит: «Это имущество мое, оно досталось мне в наследство от моих родителей». Да, внешне все выглядит как будто бы правильно. Да, этот дом, эти деньги ты действительно получил в наследство от родителей. Но не забывай, что родители всего лишь причина, механизм, способ, путь, через который этот дом и это имущество были посланы тебе никем иным, как Аллахом. Помня о причине, не забывай того, кто владеет всеми причинами. Но разве можно быть благодарным ложке и забывать о том, кто кормит тебя из этой ложки? Неужели ты не понимаешь, что это Аллах одарил твоих родителей этим домом, а затем предопределил и распорядился так, что он достался тебе? Как же ты забываешь истинного властелина всех этих причин и механизмов, истинного подателя этих благ? Получив добро или получив избавление от зла, неблагодарный раб не удосуживается вспомнить об Аллахе. И эту полученную милость приписывает каким-нибудь людям или иным созданиям, говоря: «Если бы не такой-то человек, то этого бы не было». Или говорит: «Если бы не утки или гуси во дворе, то к нам пробрались бы воры. Если бы не собака, то к нам вошли бы грабители». Еще хуже и страшнее, когда человек поклоняется каким-то творениям наряду с Аллахом и говорит: «Эти милости я получил благодаря заступничеству моих богов. Это святые заступились за меня». Или: «Это пречистая дева заступилась за меня». И так далее. Как это ужасно! Как это ужасно видеть милости Аллаха и приписывать их кому-то другому, особенно когда тот другой не имеет никакого отношения к этим милостям и ничем не владеет. Однажды наш пророк, да благословит его Аллах и приветствует, совершил утренний намаз с людьми. Совершил его в качестве имама, и это было после дождя, который выпал ночью. Когда он закончил намаз, то повернулся к людям и сказал: «Хель тадруна маза каля раббукум?» — «Знаете ли вы, что сказал ваш Господь?» Люди ответили: «Аллах и его посланник знают об этом лучше». Тогда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Асбаха мин ибади му'минун би ва кафир, фамма ман каля мутирна би фадли Аллахи ва рахматихи, фазалика му'минун билла, му'минун би ва кафирун бил каукаб. وَمَّ مَنْ قَالْ مُطِيرْنَ بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ». «Ваш Господь сказал сегодня утром: часть моих рабов проснулась верующими, а часть неверующими в меня. Те, которые сказали: дождь выпал благодаря милости и щедрости Аллаха, те являются верующими в меня и неверующими в звезды. А те, которые сказали: дождь выпал благодаря такой-то и такой-то звезде, или, как говорят, расположению звезд, то такие люди не верят в меня и верят в звезды». Итак, очень часто люди относят полученные ими милости не к тому, кто их послал на самом деле, то есть Всевышнему Творцу, а относят их к творениям, которые по воле Аллаха явились внешней причиной прихода милости. Знатоки религии и мудрости из числа ранних поколений мусульман, они порицали тех людей, которые после опасного морского путешествия, благополучно добравшись до берега, говорили: «Все прошло благополучно от того, что ветер был подходящим». Или же говорили: «Мы добрались хорошо благодаря тому, что мореход был умелым и опытным». Предшественники порицали подобные слова, потому что люди, произносившие их, приписывали благой исход заслугам творений, которые суть всего лишь внешние причины, и забывали о Творце. Нужно все время помнить, что Аллах – Он создатель всех этих причин, значит, надлежит благодарить Его и признавать приход милости от Него,
Кроме того, все эти внешние причины могут действовать только если того захочет Аллах. Он всецело, распоряжаясь причинами и следствиями, может сделать так, что причина будет действовать или не будет действовать, приведет к нужному следствию или не приведет. Поэтому пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорил: «Лейса сана би ан ла тумтару, валякини сана ан тумтару, сумма тумтару, фала тумбитул арду шей'а». Неурожайный год – это не тот год, когда нет дождей, а неурожайный год – это когда дожди выпадают один за другим, но из земли ничего не растет. Эти слова пророка, да благословит его Аллах, приветствуют, разъясняют нам, что причины сами по себе могут и не оказать влияния. Дождь, как известно, является причиной обильного урожая, но Аллах может сделать так, что, несмотря на наличие нужного количества осадков, земля не родит ничего. Как часто сегодня из уст невежественных людей можно слышать такие слова: «Если бы не деньги, я бы не спасся и не излечился от болезней». Я сам был свидетелем того, как один человек, который перенес очень сложную форму инфаркта и пережил клиническую смерть, но остался удивительным образом в живых, придя в себя и выписавшись из больницы, в разговоре с людьми говорил: «Это был третий инфаркт, крайне сложный, но я выжил, и все это благодаря...» О, мы когда слушали его, ждали, что он скажет: «Благодаря милости Аллаха, хвала ему, он спас меня и оставил в живых». Но этот человек сделал паузу и вместо ожидаемых нами слов произнес: «Все это исключительно благодаря деньгам». Сколь верны слова Всевышнего Аллаха: «Иннаху кана залюман джагуля». Поистине человек несправедлив и невежественен. И его слова: «Инна линсана ли роббихи лаканууд». Поистине человек в отношении своего Господа неблагодарен. Нередко из уст людей, излечившихся от тяжких недугов, можно слышать слова: «Я жив благодаря искусству врача». И ни слова о том, кто создал этого врача и кто позволил ему вылечить его, сделав лечение действенным. Неужели ты не видишь, как много людей, которые гораздо богаче тебя, обращаются к гораздо более искусным врачам, чем твой врач, но не находят исцеления и сходят в могилу, но воистину размышляют и извлекают назидания только разумные? Очень многие люди боятся путешествий на самолете. И, находясь в воздухе, они переживают томительные часы. С нетерпением ожидают приземления. Но когда самолет благополучно приземляется в аэропорту, они начинают хлопать в ладоши. Хлопают в ладоши, выражая горячую признательность пилоту. И мало кто удосуживается возблагодарить Аллаха и восславить его за благополучный прилет. Еще один очень важный момент. Существует немало людей, которые считают, что те блага, которые они имеют, достались им по заслугам. Что Аллах дал им это не потому, что проявил к ним свою милость, а потому что они имеют на это бесспорное право. Многие всерьез полагают, что имеющиеся у них милости – это не что иное, как следствие их умения, их способностей. Всевышний Аллах, рассказывая в Коране об одном богатом человеке, сообщает, что он сказал: «Иннама утитуху аля ильмин инди». Это богатство получено мною благодаря имеющемуся у меня знанию. В книгах по толкованию Корана разъясняется, что этот человек не признавал, что благо, которое он имеет, даровано ему Аллахом. Он считал, что заработал их исключительно благодаря своим способностям, своему знанию о том, как нужно зарабатывать деньги, как приумножать капитал. Он не считал, что обязан этим Аллаху, и он приписал заслугу себе самому. Таким образом, он оказался неблагодарным Создателю. Дорогие братья и сестры, в чем бы вы ни достигли успеха и роста, не забывайте, что обретенное вами послано вам Всевышним.
Он облегчает для нас получение различных благ. Более того, наши способности, наши умения, наше мастерство и знания – это тоже не иначе, как дар от Аллаха. Если даже что-то получено тобой посредством твоего умения, квалификации, знаний, это все равно от Аллаха, ибо знания и умения даны тебе Создателем. Да, ты старался, был прилежным, был любознательным учеником, но кто внушил твоему сердцу прилежание, стремление к учебе, усидчивость и старание? Кто позволил тебе встретиться с хорошими наставниками, педагогами? Кто защитил тебя от различных дурных влияний, от лени? Кто, как не Аллах? Кроме того, умения и знания сами по себе не обеспечивают человеку ни достатка, ни успеха. Сколько умелых, знающих, способных, квалифицированных людей не достигают успеха. Более того, остаются невостребованными или безработными. Если у тебя в глубине души есть хотя бы маленькая частица ощущения, что твои умения и способности, твоя успешность являются твоей заслугой, значит, в тебе есть высокомерие. Значит, ты неблагодарен Аллаху. Точно так же нельзя назвать благодарными тех, кто в речах своих связывает полученные им милости не с Аллахом, а с чем-то другим. И никак нельзя назвать благодарными тех, кто не желает быть покорными Создателю и попирает его установления. О Аллах, помоги нам премного поминать Тебя, благодарить Тебя и поклоняться Тебе наилучшим образом. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما.